Еще 17 люберчанам, которым недавно исполнилось 14 лет, вручили паспорта. В Малаховской 46-й гимназии, где состоялось торжество, юных граждан России поздравил глава городского округа Люберцы Владимир Волков. На месте работала съемочная группа нашего телеканала. Вы продолжаете ту историю, которая написана золотыми буквами и страницами, вписана в летописи. Конечно же, свою историю нужно знать. Гордиться тем, что вы граждане Российской Федерации, идти с высоко поднятой головой и быть достойными людьми. Вот этого всего мы вам желаем, и чтобы вы, конечно же, стали впоследствии заслуженными гражданами Российской Федерации. Церемонию провели в рамках патриотической акции «Мы – граждане России». Молодежный проект запущен несколько лет назад, чтобы получение паспорта стало для каждого школьника значимым и запоминающимся событием. Для меня очень большая гордость получить свой первый паспорт. Это, конечно же, большая ответственность. Я буду его беречь и соблюдать все законы. Новый этап жизни, можно сказать, когда ты взрослеешь, конечно же. Вместе с главным документом вручили экземпляр Конституции Российской Федерации, поздравительный адрес главы Люберец и обложку для паспорта, символикой государства от Российского сообщества детей и молодежи «Движение первых». Богдан Колесников, Петр Пономаренко, телеканал ЛТВ.